Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня мы готовим салат на Новый год. Всего из 4 ингредиентов. Без возни и заморочек. Получается такой салатик безумно вкусный и понравится без исключения всем членам семьи. Сначала нарезаем 200 грамм ветчины. Можно использовать вместо ветчины вареную колбасу, но с ветчиной вкус салата получается намного вкуснее и интереснее. Ветчину нарезаем мелким кубиком и отправляем в отдельную емкость, в которой мы будем собирать салат. Смотрите еще больше рецептов салатов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Затем также мелким кубиком нарезаем яйца. Яйца я отварила в подсоленной воде в течение 8 минут. Поэтому желточки у них получились вот такие желтенькие. Яйца отправляем к ветчине. Третий ингредиент – маринованные огурцы. Вместо маринованных можно использовать соленые. Огурцы также нарезаем мелко и отправляем к другим ингредиентам. И последний ингредиент – это консервированный горошек. Я добавила 250 грамм. Затем салатик подсаливаем, перчим, соль, перец по вкусу и заправляем майонезом. Понадобится примерно 3 столовые ложки. Вместо майонеза можно использовать греческий йогурт или жирную сметану. Все по вашему вкусу. Салат хорошо перемешиваем и все. Салат готов, пробуем на соль, если нужно, подсаливаем еще. Можно оставить салат так, можно, как я, разложить его по порционным формочкам. И он будет очень красиво смотреться на праздничном столе. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех поздравляю с наступающими праздниками, всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.